Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт. Страсть», которая является вариацией на арию Квазимода из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Перевод Татьяны Бродской, исполнение самого Фрамовича и «Соглашившая поэзия». Ты навеки сгубила мою душу, власть. Свет я Богу дарую, о, Люцифер, дай дотронуться рукой, ой, Смиральда. Красоты ты неземной, мой крест родства, тяжкая печать. Я за любовь с тобой все готов отдать. Ища дяда, я девка, я держим, цыганка дерзкая мою. Не обрести покой, тело душу я отдам за страсть тобой, и мне на небе не обрести покой, тело душу я отдам за страсть тобой, я явка мечтаю, я о твоих объятиях. Знать, что мешает мне мое проклятие, о, греховные мысли, но сладка людская страсть, как тяжко ты любви безумной власть. Жалкой судьбой я вряз облачен, навеки обречен, разбилось мое сердце, твой каприз, красивой девы, белокурой флёр-де-лис. И мне на небе не обрести покой, дьяволу душу я отдам за страсть с тобой. Обрести покой, дьяволу душу я дал за страсть с тобой. Сон, чудный сон мой, Эсмеральда, стон, полночный бред моя отрада, ты приснилась мне. Моя безумная мечта, я стал рабом твоим, грешна ты красота. Святая Дева, ты не в силах мне помочь, любви несчастной мне никак не превозмочь. Не покидай меня, моя слепая страсть. Теперь я знаю, что такое любовь и власть. И мне на небе не обрести покой, дьяволу душу я отдал за страсть с тобой. И мне на небе не обрести покой, дьяволу душу я дал за страсть с тобой. Спасибо за внимание. С вами был Самойлов Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Страсть».
вариация на «Реквазимода» из спектакля мюзикла «Нотр-Дам де Пари».